120 грамм. Так, да. У нас сейчас будет взвешивание собак. Кто первый? Люция, ты туда не влезешь. Это за щенкобесы. Да. О, уже хвост нашел. Так, давай. Ой, так же еще надо весы настраивать. Я еще не умею носить. Так, да, что тут можно настроить с этими собаками? Подождите. Подождите. Ну вот. 0 миллиграмм. Ватер. Ага. Вот это надо? Нет. Вот это? Да я теперь не знаю, что надо ставить. Это вот это, наверное. Да. Давай, остановись первый. Подожди, Люция, я ж не вижу. Ну, в принципе, 900 с чем-то грамм был. Почти килограмм. Большой. Поздравляю, вы прекрасно весите. Так, следующий. Никого нету. Никого. Не, ну я решила взвешивать, так они пошли все кушать. Все, даже самый малой. Ну, что это такое, а? Я же не могу перерывать. Не могу, да? Боже, что ты с веткой летел так? Ой, Джесси, я же не могу прерывать кормление. Не могу. Так, покушали вы очень быстро. Давай тебя взвешу. Следующий, так, что мы нажимаем, подождите, дайте, вот сюда, наверное, вот сюда. Не, Люция, господи, дайте, вы же почти все одинаковые, не, это невозможно здесь, одной. Так. Собаки, ну все высунулись, взвешиваем одного. Это ужас. Высунься, а тут ничего съедобного нету. Высунься. Ничего не сна. Грамм. Молодец, иди. Молодец. Взрослый. 100 грамм набрал. Надо подкрепиться опять. Так, ты еще не взвешивался? Нет? Давай. Че уже у меня минус стоит? Не поняла. Вот, 0. Ладно, 100 грамм. 10. Ну, давай. Ой, ты боже мой, они еще не хотят сидеть. Так, убираем руку, подожди. Все, примерно 1000. Что-то кило 300 примерно. Ужас. Ужас, что такие злые собаки, а? Давайте взвешиваться по одному только. Так, а ты идешь взвешиваться? Любимая игрушка, вот эта игрушка для щенят точить зубы. Шикарная игрушка. Ребята, вылези там с роддома детского, с котом, которого уже нет, я не знаю, где они. Браво, да. Иди, так, кто идет взвешиваться? Ты, давай, ты идешь взвешиваться. Взвешиваться категорически не хотят. Видите, стесняются. Все. Фух, не вышло, скажем, здесь. Кто пойдет еще взвешиваться? Арчи, с кем ты там уже выясняешь отношения? А? Арчи. Идешь себе? Кто идет взвешиваться?
говорю. А злые какие. Боже мой. Гавкай, а речи. Что такое? Давайте, залазьте. Кто сам залезет, тому ничего не будет. Давай, давай. Передумал. Нет, так не разбирать же весы. Давай залазь, будем вешиваться. Арчи, что такое, а, действительно? Давно не возмущался. Передумал. Кто пойдет взвешиваться? Давай иди на весы. Может, сами залезут. А ну-ка. Давай. 4. Раз. Ой, 900 с чем-то грамм. А вот это легкий, значит. А вот этот, наверное, тяжелый. А ну-ка. Раз. Давай, сядь. Категорически не сиди. А, ну ты толще всех и стесняешься, да? Фух. Не берет. Короче, кто-то 900 с чем-то грамм. Да, маленький. Я про тебя. Чего ты не хочешь взвешиваться? Почему? Надо взвеситься. Мы посмотрим, какой ты толстый. Давай. Давай. Вот. Ой, оп, а пузо какое. Боже мой. Давай еще чуть-чуть. Раз. Ой. Ну, быстренько. Быстренько. Конечно. Уже 350 больше всех. Вот, кило 350, самый тяжелый пес у меня. Есть 950 грамм, есть еще кило 100. Иди сюда. Вот, уже сбилось, мы можем наново поставить. Но уже не вышло. В весах пока разберешься. Взвесился. Это все тяжело взвешивать. Вот так прошло наше взвешивание. На высшем профессиональном уровне. Да. Попугаи кричат. Котенка там придавили, наверное. Он туда полез. Попугаи разбушевали. У всех перед сном очень буйное игривое настроение. А что ты мне показываешь? Арчи! Что, Арчи? Что вы такое там вот неугомонное? Арчи! В общем, Арчи разбирается там с кем-то, я не знаю. Родственниками какими-то. А в этот момент у нас тут идут серьезнейшие бои. В общем, взвешивание прошло. Ой, там уже он, котенка уже. Все. Иди, Шекель, иди спасай. Тут одного котенка загробастали. Собаки и замяли там. Шекель, спасать будешь? Она говорит, завтра буду спасать. Сегодня пусть уже сами разбираются. Шекель. Шекель. Куда ты пошла, Шекель? Шекель ушла. Где там? О, уже нету котенка. Уже убежала. Быстрый вы. Ага, щенок уже в будке. С другими котятами. А ну выходите оттуда, что вы там... Так, пойдем проверим. Кому он там нашел уже? С кем ты там играешь, а? С котятами или сам собой? Я не пойму, играешь? Знаешь, такое ощущение, что котят там нету. Сам играет. Сам залез в будку, счастливо играется. Наверное, с какими-нибудь веревочками болтаются. Я думала, он там котят мучает. А он не мучает, молодец. Да, Джесси.
Хорошая. Терри, идите занимайтесь своими собаками. Африка, надо заниматься детьми все, потому что они уже тут с ума посходили меня.